У тебя заклинил шаровый кран, сейчас расскажу, что делать. Тебе надо взять магнит и посмотреть, магнитится он к шаровому крану или нет. Если магнитится, то все, восстановить его нельзя, только менять. Если не магнитится, тогда будем восстанавливать. Перекрыть шаровый кран с помощью плоскогубцев не удастся, потому что, скорее всего, бабочка сломает. Первое, снимаем бабочку. Вот это прижимная гайка сальника шара. Ее надо немного открутить. Делаем мы это для того, чтобы шток было легче вращать. Берем разводной ключ и начинаем потихонечку поворачивать шток, с каждым разом продвигаясь все дальше и дальше. После того, как тебе удалось закрыть шаровый кран, ты затягиваешь гайку сальника обратно, надеваем ручку и затягиваем. Нельзя ни в коем случае закрывать его с наскока. Ты просто сломаешь шток и придется менять шаровый кран. И опять же, затопишь всю квартиру. Для того, чтобы избежать всей этой ситуации, шаровый кран надо раз в полгода перекрывать. А чтобы не клинило, раз в полгода делай как батя.